1973 году по инициативе ветеранов на площади Вычегодского дома культуры были установлены стелы строителям поселка. С момента появления их ни разу не ремонтировали. 400 тысяч на преображение бетонных плит микрорайон получил благодаря участию в проекте «Мы помним их имена». На сегодняшний день 70% работ успешно выполнены. Если бы нам не мешали дожди, мы бы сделали это намного быстрее, но поскольку погода пока против нас, в общем, у нас немножко задерживается работа, но движется потихонечку. Вот уже, в общем-то, осталось, ну, буквально один еще два дня. Здесь мы заканчиваем и переходим на следующую стелу. Следующая стела у нас уже будет не на тему Великой Отечественной войны, а на тему наших современных вооруженных сил. Напомним, ранее в Вычегодском отреставрировали памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Установили гранитные плиты с именами участников войны. Покрасили и отремонтировали танк на площадке возле ДК. Торжественно откроют обновленный мемориальный комплекс через месяц в День знаний. Участниками события станут ученики поселковых школ. В дальнейшем здесь будут проходить военно-патриотические акции, встречи, митинги к памятным датам.